посылки у таких. И сейчас мама принесет. Нет, он надо. Я не могу открыть. Ну, возможно. Ларелка, смотри, какой. Это что? Что это? Расплываем, расплываем. Всем привет. Посылки у таких. И сейчас мама принесет. Неси посылки. А ну сейчас откроем. Я не могу открыть. Нужны ножницы. Там уже я открыла ножницами. Уже можешь их открывать. Вот здесь? Да. Что там? Это мне ручки! Ручки тебе пришли. Набор ручек! То, что я заказывала. Мои! Я так ждала. Я так ждала это. Мы покажем, как они пишут. Это классно. Она написывает вот такую букву «М». А это зеленая. Она вот таким пишет. Там малоел какой-то. Малоел, не видимый кулак. Зелененькая? Они гелевые? Да. Гелевые ручки пишут. Замечательно. Ручки сейчас покажем, а какие тут. Я хочу такого вот медведя. Такие вот гелевые ручки разноцветные. Стась обладно, а то они не пишут. Да, только колпачки не теряй. Так, сколько штук? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 ручек разноцветных. Я такое заказывала. Да. Я заказывала. Я заказывала вот такие ручки с собачками, с сердечками, с яблочками. Ой, какая яркая, красненькая. А вот это черная. Черный самый мой любимый цвет. Синяя. Розовая! Розовая нашлась. Это розовая из интернета. Так, это просто синяя. Тоже. Но синих три цвета. Темно-синяя, лазурная и синяя. Ссылочки мы оставим в описании, в инфобоксе. Это фиолетовая какая-то прям. Фиолетовая. Потом вот еще одну посылочку открывай. Что это? Что это там? Доставай. Что это? Это что? Что это? Расплываем, расплываем. Я не могу, вообще маленький надъезд. Можешь открыть? Не могу открыть. Маленький сиском надъезд. Что там есть? Я не знаю. Ну-ка, давай, это что? Это что разноцветное? Ой, это мамин чехольчик. А? На телефон. Силиконовый чехол. А это что? Как это? Вот здесь? Такой вот он, двухсторонний чехол. Сейчас покажем поближе. Сейчас попробуем, какой у нас чехольчик и подошел ли он нам. Это бумажный. Я читала, что он как бы универсальный. Не знаю, как он подойдет или нет. Он и снаружи, и снутри он закрывает просто силиконом. А это? На чехольчик я тоже оставлю ссылочку. А это него, что? Кстати, а это что? Ну это ничего. Это вот Redmi 4 Prime. Но у меня Redmi 4 X Prime. По-моему, какая называется. Какая хватит нам все же! Так, ну вот. Чехольчик дошел полностью, я думаю. Так он какой-то. Ага, ты силиконовые не подписан. Эти, силиконовые. Ты не подписан? А ну-ка подпишись. Сейчас я вас. Сейчас спасую. Спасибо. Работает. Вот такие. Ну,
нормально. Как мы заказывали? Огромный медведь. Через телефон все работает. Я удивлена, конечно, что через телефон даже все работает. Обалдеть. Даже силикон снимать не надо. В общем, вот такой вот чехольчик. Ссылочку оставлю в описании. Теперь у меня телефон под защитой. Открывай следующую. Не могу, там нету медведя. Сама медведя! Тихо! Сама медведя! Сама медведя! Лаевки! Какой он большой! Какой он большой! Это Ваева! Ваева! Интересно, в нем печь можно? Или только... Не написано ничего нигде, да? Да, это очень большая посылка! Это очень большая посылка! И написался! Он ростом с тебя, Милан! Ну давай, ставим лайки. И что дальше? Что дальше? Будем делать вот этого медведя. Так, вот такая вот форма медведя. Вот она. Я хотела, какой лист. Сейчас покажем лист А4. И вот она на весь лист эта форма. Ну представляете, да, размер? Я думаю, что здесь можно и тортик будет выпекать, не только желе делать. Вот такой вот у нас Валерка. Это Валерка. Привет. Сейчас, подожди. Это кто не подписался? А вон он не подписался. Ну-ка подпишись. Я подписана. Ставь лайк и подписывайся на канал Алиена. Всем пока. Всем пока. Вот такой у нас медведь Валерка. Подписываемся на канал.